Микрорайон Подрезково, Первая лесная улица. Совсем скоро эта бетонная коробка превратится в уютный детский сад, рассчитанный на 150 детей от 2 до 7 лет. Дошкольное образовательное учреждение площадью 2200 квадратных метров вместит 6 групп дневного пребывания. В новом детском саду появятся просторные игровые и спальные комнаты. Также здесь будет все для спортивного и культурного развития малышей. В планировке здания отвели место музыкальным и физкультурным классам. Полностью выполнена коробка. Ведется внутренняя штукатурка, ведутся внешние инженерные сети, выполнена канализация, ведется ливневая канализация, наружный водопровод, внутри делается разводка электрики, штукатурка, и фасадные работы приступили. Угу. Вот сейчас готовы приступить к кровле, ждем погоду. На данном этапе строительства также обустроят входные группы будущего детского сада. После строители приступят к прилегающей территории, где разместят детские площадки, игровые комплексы, теневые навесы, а также проложат пешеходные дорожки. По словам специалистов, завершить строительство нового детского сада полностью удастся уже к 15 июля этого года. Нина Бережная, Николай Забродин, новости Химки ТВ.